Здорово всем, ребят, с вами HeelHearts, и мы продолжаем играть в Dark Souls 1 Remastered. Вроде как... О, господи, это лицо, не могу налюбоваться на него. Так вот, вроде как я пытался вспомнить, и, по-моему, только ногой Сид остался. Я, конечно, могу ошибаться, но вроде бы так. Ну и раз ногой Сид остался, я, пожалуй, хочу оставить его напоследок, а пока что давайте мы отправимся в нарисованный мир Ариамис. Немножечко уже поздно, я немножко заговариваюсь, так что заранее прошу меня простить. Так, а чё, мистер Лифт сломался? А, мистер Лифт только вниз уехал. Большое спасибо, то, что подсказали насчет обряда возжигания. Да, это очень полезная инфа. Сказали то, что он бесконечный, этим я буду пользоваться. Так вот, сначала давайте мы зайдем в гости к Гвиндолину. Если с ним нормально все пройдет, то мы отправимся уже, получается, в нарисованный мир Ариамис. Да, возможно, серия будет подольше, зато мы охватим сразу целую локацию. Но опять же, не буду забегать вперед. Пока что вот так. Так, но для этого... Там, по-моему, мне подсказали то, что необходимо какое-то дополнительное кольцо будет использовать. Ладно, сейчас прибежим поближе и разберемся. Блин, знаете, в чем проблема? Я вообще не помню, где это должно происходить. Вот прям вообще как будто выпало из памяти. Так, стоп. Реально, может, у костра? Нет, не у костра. Я забыл, короче, прикиньте, реально полностью забыл. Господи, вот это позор. Ладно, тогда пойдемте сразу в нарисованный мир. Вообще забыл. Мне почему-то казалось, что где-то вот здесь и вот спереди. Но где конкретно, я вообще вспомнить не могу. Блин, ну старость, что вы хотите от меня? Так, ну тут еще дойти нужно тоже, постараться. Ай, кто стреляет? О, мистер Ниндзя. Иди сюда. Так, что-то лагануло. Надеюсь, нормально все будет. Правда, очень надеюсь. Вроде кодировщик не уехал, это хорошо. Упс. Так, ребят, давайте по одному. Господи, сейчас гэнг-бэнг будет. Ладно, что они тут долго думают? Мы не будем долго думать, а будем драться с ними. Иди сюда. Ну и у меня очень много стаминки. В смысле, пояса. Так что я просто могу не ощущать. Так, это знаменитый скрытный убийца. Еще один. Так, ну-ка, не кидайся, пожалуйста. Получится двоих, только одного. Ну ладно, тоже неплохо. Ой, как он удачно прикатился, этот. Упс. Ладно, еще разок. Да, прекрати, пожалуйста, это делать. Ой, это как произошло, алло? Так, ну все еще мне бы по-хорошему вспомнить, где я позабыл Гвиндолина. Ну ладно. Найдем, я думаю, рано или поздно. Так, ну вроде со всеми врагами разобрались. Давайте лутать последний и ништяк. Ого, тут у нас сет черного железа. И большой меч, и черный щит. Хорошо. И погнали в Ариамис. А ведь говорила мама, не трогай непонятные картины. Так, ну и погнали его проходить. Не знаю, вот знаете, лично для меня, конкретно для меня, однозначно есть какой-то шарм в таких белых, заснеженных, крутых, фантастических, суперсексуальных локациях. Простите за такое неприлично большое количество эпитетов. Так, ну и теперь мой любимый костер на ближайшие несколько ходок, скажем так. Знаете, что я думаю? Я думаю какие-нибудь доспехи взять, чтобы я мог как человек перекатываться, потому что меня это в корне не устраивает. Так, хорошо. Давайте какой-нибудь, не знаю, ботинки колдуна сейчас найдем. Странника, разбойника, колдуна. Вот, могу перекатываться? Нет, я все равно как жирный конь. Так, давайте... Нет, не та кнопка. Тогда давайте попробуем еще перчатки колдуна надеть. Так, ну-ка. Отлично. Посмотрим, что с поясом. Если нормально с поясом, то так и оставим. Это я разогревался. Ну все, пояса нет. Отлично. А смысл тогда вообще от брони в первом Dark Souls, если она так легко сбивается? Блин, что-то не так.
Просто понимаете, знаете, это как называется. Хочется и рыбку съесть, и в поезд сесть, вот так сказать. По ноже паладина серебряный рыцарь может тоже серебряного рыцаря надеть. Или что-нибудь полегче. А можно что-нибудь полегче, как-нибудь по-другому выйти из этой ситуации? Давайте глянем сейчас 5 сек. Что-нибудь полегче, там, не знаю, 6 баланса, там, 8. Нет, только 12, да? Угу. А что самое легкое из 12? 7 и 8, ну, полое совсем. Нет, полое я еще не носил, алло. 31, 2, 0. Угу, десяточка. Ну, блин, не знаю. Давайте так попробуем, вдруг будет баланс. Ну, потому что не дело с таким вот балансом ходить, и это все не то. Так, и здесь у нас из боссов, насколько я помню, вороны. Кто-то топает. Или это костер трещит? Ну да ладно. Так, Мансим, Мансим, не попадешь. Ой, ребята, напали. По-моему, баланса-то как не было, так и нет. Ясно. Придется что-то делать с броней. Все еще. Так, а здесь у нас ништячок может. Ого, развилка. Так, ну нет. Нам не подходит. Слушайте, а доспех из черного железа выглядит очень сексуально. Раз я толстый, то я буду до конца толстый, да. Во, нормально, плюс баланс. Это просто до скольки мне надо вкачать стамину, чтобы все суметь надеть и еще нормальные перекаты сохранить. Разбежать не получилось, разбежаться. Ну ладно, и так сойдет. Так, а зачем мы сюда пришли? Если тут ничего нет. Душа гордого рыцаря, хорошо. Вау, там какие-то огненные монстры ходят. О, мы за ништяком... О, вот, вороны. Во втором Dark Souls такая ворона делала оружие из душ боссов. И звали ее Орнифекс. Красотка. Господи, какой попец. Ты же меня не поднимешь. Я вроде как помню, они умеют поднимать и бросать. Но это не точно. Нифига, у нее фреймы неуязвимости, походу, есть. Так, эта локация неоднозначно толстая. Знак возмездия. Видно, это какой-то местный ковенант, либо я не шарю. Так, двойная человечность, дайте две. Так, а вот это, наверное, нехорошо, что я сюда упал. Ну, я уже упал. Так, у нас тут пипяки нападают, но у нас есть баланс. А, стоп, возможно, я однозначно сюда бы попал. Давайте проверим. Вау, это что за слизень? Это крыса. Крыса-альбинос, две крысы-альбинос. Ну-ка. Мистер Крыса раз, по-моему, она меня боится. Ну, я не хочу узнавать. Я решил ее убить. Хорошо. Ну, это вроде как тупиковая локация. И попасть сюда, кроме как через верх, нет другой возможности. Так что идем дальше. Здесь что у нас? Здесь у нас ничего. Так, снизу. Ух, ребята, вы так подло напали. Она еще и взорвется сейчас, да? Так, а это, по-моему, не яд, а токсин, знаете ли. Так, быстро искать. Токсин, токсин. Вот это вроде как. Хорошо. Так, а можно мне как-то профессионально вас убить? Блин, опять я, да что за фигня? Ладно. Знаете, я хочу сделать заявление, что вот эти товарищи мне очень не нравятся. У меня, конечно, еще несколько есть антиотравлялок, так что как-то мы поживем. Хорошо. Так, там у нас вороны, там у нас ребята. Ага, эту штуку придется срезать, хорошо. Так, думаете, я буду с вами драться по-честному? Да сейчас прям. Вот так. А что, чья это тень? Можно узнать? Не достаю. Руки короткие, так сказать. Опа, укололи. Вот, и если я сегодня не слишком долго буду с этой серией возиться, то я поставлю мод Синдерс на третий Dark Souls, и, возможно, уже очень скоро будет видос, наконец. Я сам просто хочу, но никак руки не доходят. Так, вопрос, куда я хочу попасть? Я не специально, ребят, и у меня это... Немножко рука двинулась, дернулась палец. И я упал. Ладно. В любом случае, за раз пройти всю эту локацию и полностью все собрать невозможно. Мистер Крыса, уходи. Как говорится, не путайся под ногами. Оу, щит, у вас тут целая пати. Просто плактейл какой-то. А зачем они мне помогают все ломать? Человечность с них падает, это полезно. Что-то все в крови, все такое замызганное, грязное, стрёмное, ужас. Нифига тут души формятся, хочу сказать. И, по-моему, либо у меня джойстик ломается, либо почему-то я стал хуже разбегаться. Там, по-моему, ништяк. А вот вопрос, как тот ништяк добыть? Я очень сомневаюсь, что я смогу допрыгнуть. Хотя нет, смог. Золотая монетка. Ну-ка, назад.
и назад. Господи, как же я прыгуч и атлетичен. Единственное, меня очень не радует то, что 3 хилки осталось. Но куда деваться, куда деваться. Так, мы можем упасть сюда и пойти с нуля. А можем упасть вот сюда. Но нужно ли нам это? Сдается мне, что нет. Поэтому мы пойдем вот сюда. Так, и мы попали куда? Так, здесь новые крысы, значит, я тут не был. Странное место, я уже запутался, если честно. Так, это человеческий сундук. Да, хороший сундук. И в нем у нас... Ага. Сет стражей картин. И тупик. Вроде как реально тупик. Стоп. Нормально. Первый раз свай просто как-то провалился внезапно. Ладно, тогда задний ход. Что нам остается? Ничего нам и не остается. Так, получается, здесь мы выпали, то есть мы идем наверх. Так, дядька, не вставай. Господи, а чё он бессмертный? Так, а можно вас ударить? Иди сюда, раз на раз. Нормально, все. Типичные мобы. Ага, и мне бы пох... А, ну вот, все отлично. Мы вернулись туда, откуда и пришли, собственно. Собственно, как-то так. Вопрос, вниз мне надо? Что за невидимый парень там стоит? Так, а как мне туда попасть? Блин, я не специально, ребята. Только не говорите, что мне заново весь этот адский круг делать, чтобы попасть сюда. А, ну вроде нормально. Так, а зачем мне тогда сюда? Непонятно, я могу перепрыгнуть. По идее, должен мочь. Да, хорошо, прыжки здесь довольно далекие. Хоть сам я и недалекий, но прыжки нормальные. Так, лекарство от яиц. Ага, хорошо. Не знаю, зачем это нужно еще, честно сказать. Но я думаю, разберемся. Так, ну-ка, задний ход. Тут мы были, тут мы всех победили. Давайте посмотрим, что это за вход. Здесь надо ништяк срезать. Ну-ка. Хорошо. Надеюсь, потом мы его сможем забрать. Вон те спартанцы. Какие-то стрёмные звуки начались. Туда я прыгнуть, по идее, не могу упасть нормально. Ну-ка, еще разок. Да, не смогу никак, при всем желании. Значит, остается единственная возможность идти вперед. И там откуда-то этот парень ядовитый появился. Хм, странно, я вроде всех убил. Ну ладно, пусть он там. Попробую попасть. Отлично, убили? Убили, хорошо. Немножко, конечно, урона получили, что, разумеется, неприятно, но куда деваться, ребят. Ух, засада. Но я не боюсь. А, так, собственно, все, мы уже дошли до босса, получается, вот-вот. Получается, налево пойти, это будет срезка. Где-то здесь срезка должна быть, вроде бы, но это не точно. Так, знаете что? Ой, а там еще, по-моему, колеса должны быть внизу. Ой-ой-ой, это будет сложно. Так, тут не подняться, отлично. Ну, давайте тогда начнем потихонечку, скажем так, планомерно. Блин, эта хрень ожила почему-то. Ладно. Фиг с ней. Давайте тогда наверх, как я уже и сказал. Так, мы можем вот сюда упасть, но я не уверен. А, она сюда подошла. Ага, ладно, с ней мы разберемся обязательно. Пренепременно. Так, главное лишний раз не упасть туда, куда это не следует делать. Так, это было запланированное падение, если вдруг вы подумаете, что я криворукий. Я, конечно, криворукий, но не настолько. Душа отважна. Блин, даже озвучка, как из второго Dark Souls. Ну, понятное дело, что это взято из первого. Но мне это запомнилось именно со второго, потому что я как бы с Dark Souls знакомился именно со второй серии. Так, и очевидно, что мне вообще не сюда. Не-не-не, вы только не говорите мне, что целый круг делать. Пожалуйста, я не хочу. А это вообще начало, но мы сюда потом придем. Очень может быть, что я какой-то минимальной детали не замечаю. Но, по-моему, мне придется целый круг давать. Ладно, давайте сделаем это. Конечно, мне не хочется, но опять же, и тут не могу выйти, серьезно, и тут не могу выйти. Ну, спасибо, что живой.
Теперь я знаю, куда мне не стоит падать. Так, сюда вверх. Сюда, вот сюда. А, ну все, нормально. Я вроде состыковался, вспомнил куда. Тогда беру слова назад. Не такая уж и большая локация. Надеюсь на это. Нам, получается, осталось исследовать верхнюю часть. Потом осталось исследовать нижнюю часть. И, получается, победить присылом. Вроде бы так. Ага, отлично. Даже не знаю, вниз, скорее всего, меня там победят. Так что давайте наверх, раз у нас есть возможность. И я боюсь, что мне придется здесь идти со щитом, потому что те вороны... Она уже, вот смотрите, первая красотка, ля какая. Обычно вороны на всякое блестящее летят, но я же вроде и не сверкаю. Так, если еще одна, я справлюсь. Вроде одна. Хорошо, давай, иди сюда. Так, ощущение, будто она в двух FPS-ах идет. Ну, то есть, такие дергания. Хорошо, и еще одна атака. Проблема в том, что я делаю слишком много шагов вперед. Так, сколько там их еще? Так, этот ништяк нам жизненно необходимо забрать. Я боюсь, что я пойду туда, и они еще налетят. Вот этого я реально боюсь. Ну, наверное, нужно подойти до самого верха. И забрать мелок для красного знака. И никто не нападет, отлично. Сейчас подойдем вот сюда, чтобы минимум фол дамага получить. Отлично. Что-то у меня сегодня горло улетает прям вообще. Только в раз. И получается, вот сюда мы падаем. Ага. Отлично. Так, получается, еще вот сюда можем упасть. Мне, по идее, до самого низа нужно. Ну, а до самого низа можно и разбиться, знаете ли. Так, а какие варианты есть? Есть вариант упасть и получить меньше дамага. По идее, вот сюда, но я туда не допрыгну. Так, какие варианты, опять же? Снизу я проходов... А может, реально ниже есть проход? Давайте глянем. Просто не хотелось бы падать и прям, ну, минус фулл хп делать. Ворона, а как ты выжила? Моя ты хорошая. Так, мистер Пипяка, не дыши, пожалуйста. У нас есть супер очевидный проход вниз и вот сюда. Ну, давайте вниз пойдем. Я, конечно, помню, там скелеты колеса будут. Но куда деваться, будем и с ними... А, не, нормально, хорошо. Значит, проход к колесам в другом месте. А здесь у нас трупы ворон и что? А как там наверх подняться? Ну, то есть, помните, сбоку ништяк лежал где-то? Ну, я его потерял, я его не вижу. Ладно, фиг с ним. Так, это вроде как к боссу проход. Но мы давайте срезку откроем. Ага. Такс. Давайте откроем ради интереса. Ну, в смысле, пройдем через туман. Так, а, вот, слушайте, я очень сильно, значит, перепутал стороны. Хорошо. Так, вот с этими ребятами мне не очень хочется сражаться, поэтому я воспользуюсь хитростью. Ребята, давайте по одному. Ну, не идеально, но нормально, пойдет. Пойдем на атаку и поджигаем их. Жух. Неплохо, неплохо. Как минимум, невероятно эффективно. И эффектно. Блин. Нормально. Ваншотные ребята. И это хорошо. Блин, какой пафосный туманчик, а. Надеюсь, здесь никаких непредвиденностей не будет. Так, душа отважного воина, хорошо. Здесь у нас что? Человечность пригодится. Так, здесь у нас колодец, но мы туда пока что не пойдем. Потому что, ну его нафиг, нужно короткую дорогу открыть. Первым делом, думаю я. И думаю, что это не будет ошибкой. Так, у нас дорога наверх есть. Так, а что это такое? Какие-то цепи. Здесь, очевидно, кого-то приковывали, но куда и зачем? Остается загадкой. Блин, как меня бесят фэтролы, ну куда деваться, заперто, хорошо. Как говорится, раз заперто с этой стороны, значит, можно будет прийти потом с другой стороны. Ага, ну, если здесь только эти парни, я не против. С
ними я смогу справиться без проблем. И надеюсь даже не потерять слишком много хп. Не очень приятные звуки начались. Ой, прозевал атаку, прозевал момент атаки. И за это поплатился хпшкой. Ну ладно, нормально. Зато, блин, а как он так быстро зашел сюда? Идеальный тайминг. Просто 10 таймингов из 10. Я помню, во втором Dark Souls были, короче, враги, которые из-под пепла выкапывались. Вот это криповые парни были. Это коробки? Нифига себе. Так, я беру ништяк, и меня никто не скидывает. Хорошо? Хорошо. Угу. Ну, вроде бы остается открыть срезку. Посмотреть, что это за проход на стенку. Спуститься вниз и драться с Присциллой. Я даже пока отдыхать не буду. Так, это начало? Да, это начало. Хорошо. Одной проблемой меньше. Так, лестница наверх одна здесь была у нас. Так, и что это за место? Куда мы попали? Ну, пока что я немножко в замешательстве. Блин, очень долгий замах, просто замах длиной в 3 дня. Угу, еще эту штуку можно срезать. И это нам куда попасть? Потерялся, ладно. Здесь душа гордого рыцаря, хорошо. Блин, тут столько срезок, офигеть. Как же хорош левел дизайн у первого Dark Souls. Угу. И куда мы попадем? Оу, щит, не. Не. Это то, о чем я думаю. Так, ну здесь без света лишний раз не обойтись. Так. Вау. А там кто-то типа живой. Помню, здесь колеса будут, вон они. Оу, щит, Хьюстон, у нас проблемы. Господи, да какой у тебя трекинг, мистер Колесо. Ты не давай не будешь наглеть. Так, мистер Колесо отъехало, хорошо. Еще там вон одно виднеется. Господи, сколько колес. Мама, мне страшно. Не-не-не-не-не-не, мистер Колесо, дай пожить. Так, придется хиляться человечностью, потому что отъехать здесь я себе не позволю. Ну, позволю, конечно, со своими кривыми руками. Я как минимум не прощу. Так. Мистер Колесо, я тебя вижу, давай агрись уже. Мне бы по-хорошему одно согреть успеть. Давай, мистер Колесо. Почему он в таргет так долго не берется? Отлично. Последнее колесо осталось. Так, 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 иди сюда. А что там за... А, то, наверное, скелет просто в свете, не знаю, луны или чего. Да, это последнее колесо, хорошо. Ну, хорошо, потому что нету никакого суперопасного противника, с которым бы мне пришлось драться. Он жив, да господи! Фу, хорошо. Что-то слишком волнительно, простите. Все, нету подставы больше. Пожалуйста, не надо. Душа отважного воина, что это за фигня? И это иллюзорная стенка. Угу. Ну, давайте дернем рычаг, посмотрим, что произойдет. Я, честно сказать, вообще без понятия. Так, статуя повернулась, хорошо. И что это значит? Я еще рапиру велки не нашел. Отлично, врата открылись, и это хорошо. Так, ну это не все. У нас же тайный проход открылся, и раз он открылся... Я, кстати, подозреваю то, что мы из колодца потом вылезем. Так, здесь я просто помню, что в какой-то из потайных дверей будет скелет-колесо. Почему-то я это, к сожалению, очень хорошо помню. А
Если что, это чертовы лабиринты. Ха-ха, мистер Скелет, мы же с тобой останемся друзьями. Ну, по крайней мере, мне стамины хватает, чтобы не сдохнуть. А это уже что-то да значит. Ага, у нас выход. Выход куда? Как мне эту фигню убить, чтобы он меня не отравил? Надеюсь, не отравит. Но... Я понял, она, короче, фукает и взрывается. То есть без вариантов. А давайте проверим, этот сработает. Нифига, это токсин. А, тогда вопрос, а зачем мне сюда идти? Ради чего? То есть вообще незачем, да? Ну, пиромантия, ну ясно, ладно. Но это того не стоило. Мое мнение. Так. Закрыто, хорошо. Давайте откроем, ладно, фиг с ним. Давайте перекатами открывать их. Я думаю, так будет побезопаснее. Мистер Колесо? Мистер Колесо 1. Давайте пробуем по горбу ему дать сразу. Прям бабах, нормально. Ключ от пристройки. Не знаю зачем, но, видимо, нужно. Как говорится, возьму с собой, а там уже надо, не надо, разберусь попозже. И если я все правильно понимаю, то мы должны с другой стороны призрачной стенки подойти. Так, окей. И это мы забрали, это мы исследовали же, да? Да, здесь мы были, здесь выход наверх. Ну, наверное. Получается, вот сюда осталось сходить. И там у нас мистер Колесо. Но мистер Колесо проехал мимо. И мы даем ему по голове. Что-то мне до сих пор щит колесо не выпало, это странно. И странно, почему я еще до сих пор не смог выбраться из колодца, хотя, по идее, должен. Тут тоже тупик, странно. Угу. А, вот, по-моему, это оно. Если я не ошибаюсь, а я бы очень не хотел ошибаться. Да, все верно. Господи, отлично. Так, и получается, там мы все обошли. Осталась только вот эта стенка. Угу. Угу. Вообще супер, просто пушка. Тогда что, тогда пойдемте попробуем. Мы, наверное, здесь не попробуем, к сожалению. Блин, это целый круг давать. Тогда давайте сразу пойдем к Присцилле, вот сюда, напрямки. Или подождите, или я смогу все-таки. Если я смогу выйти, то я хотел бы сначала с тем динозавром подраться. Угу. Да, я все-таки могу подраться с динозавром, чем я сейчас и займусь. Так, ну динозавр однозначно боится молниевой бумаги, потому что кто он такой? Он позорный динозавр. А я лев, который идет побеждать его. Иди сюда. Надеюсь, я его победю. Раз, два, три. У него есть лапы. Это я не подумал. Угу. Лапы большие, лапы опасные. Как мощны его лапищи, говорит нам дракон. Но я-то умею уворачиваться, у меня не получилось. Я пытался, ребята, я пытался. Хьюстон, мы потерпели поражение. Но мы не сдадимся. Мы его забайтим на рыгание и побежим бить по лицу. Господи, какой я стратег и тактик. Простите мне, мое ЧСВ. Правда, простите, я не специально, ребят. Я еще отбежать попробую. Так, какашка, ну-ка, не надо. Бежим сразу за второй атакой. По-моему, это победа. Раз. Два. И по горбу последний, давай. Он выжил. Нет, он умер. Хорошо, хорошо. Так, 5000 кесов. Нормально, пригодится. Так, молния бумага закончилась. Ну и фиг с ним. Большая душа рыцаря. Драконья чешуя. Чешу ты, чешуя. Кровавый щит. Слушайте, он выглядит очень эффектно. О, кровавый щит, упоминающийся в потерянных легендах. Кровавый багрянец усилен легкими чарами и защищает его от различного урона. Прикольно, но нет, но нет. Так, как с этой хренью драться, я знаю. Вы думаете, я не знаю, но я-то знаю. Не знаю почему, но нужна атака в прыжке. Оп, он встает. Не знаю, с чем это связано. Это я в интернетах ваших нашел. Сам бы я ни за что не догадался, вы чё? Смеетесь, что ли? Так, но знаете, мне кажется, здесь мне очень выгодно стать человеком. Упс.
Так вот, выгодно стать человеком, потому что там вроде как король Иеремия должен быть. Оу, щит, ё-моё. Ё-моё. Давайте удар по голове. Бабах, минус два. А почему он своих ребят не хочет зарубить, а? Блин, не, я буду убегать, ну их нафиг. Они выглядят очень опасными, а я не готов к такому, к таким отношениям. Так что не, я побегу, просто убегу. Просто используем тактику тактического отступления. Просто я убежден, что чем больше в предложении слов, связанных с тактикой, тем я круче. В скобках нет, разумеется. Так, ну чё? Обращаем опустошение. И давайте выжигать. Так, получается дальше чё? Возжечь? Нет, стоп. Да, правильно. Будет 10 эстусов. И у нас еще 2 человечности. Давайте ее и оставим. Так, новый уровень. Поехали. Не знаю, что я хочу. Я вроде особо не пользуюсь ничем. Давайте тогда выносливость и ХП, наверное. Да, чего нет, собственно. Так, и починимся. Починимся. Давайте вот это. Теперь травяной щит. И броньку давайте, которую используем, ту и зачиним. Вроде не так она сильно истаскалась. Ну, нифига, кстати, по ножу истаскались. Так, маска отца. Маска матери. Ну и нормально, все, погнали. Уважаемая Присцилла, я иду за тобой. Так, все, батя в деле, нервы на пределе. Упс, ребята, я надеюсь, вы далеко не будете бежать. Ну типа, кому он, зачем это вам? Так, уважаемые спартанцы, к бою. Только не разите меня своими копьями, просто армия безупречных, посмотрите на них. Так, ну, нам незачем отвлекаться, мы идем к победе. Такс. Как говорится, такс, такс, такс. Что тут у нас? Я вот единственное забыл, с какой стороны эти ребята вылазили. Так, успеть. Хорошо, иди сюда. Блин, получи... Сзади? Блин. Этот дядька внезапный. Так, успеть дать ему по горбу. Блин, они сзади вылезли, это проблема. О, хорошо. Ну шо, давай, раз на раз. Кто ты, а кто... Ничего себе. Так сказать, ни хрена себе. Так, бэкступ. Не получился. Так, дядька, я бы хотел пожить, если ты не против. Нормально. Блин, почему это опять не бэкстап? Вроде должно было быть парирование, но парирования не было. В чем проблема? Батя парирует. Как лох просто. Вот это ты не угадал, дружище. Просто наказал тебя за это. Так вот, с него большой осколок титанита. Так, и насколько я знаю, если первый раз прийти к Присцилле, то она такая, блин, чувак, я не желаю тебе зла. Слушайте, а где же король Иеремии должен был быть? Наверное, сзади. Либо я что-то не шарю. Ну ладно. Вот, говорит, я не желаю тебе зла, так что, если ты не против, то можешь уходить, и никто не будет против. Типа, мы останемся с тобой друзьями. Друзьяшки, типа, все дела. Вот, Присцилла, видите, даже это как бы не бой. Кто ты? Ты не из нас. Если ты по ошибке входишь в этот мир, ныряй обратно и поспеши домой. Если ищешь ты меня, твои желания не имеют значения. Возвращайся обратно. Это мирная земля, ее жители добры, но тебе здесь не место. Прошу тебя, ныряй обратно и поспеши домой. Ну, блин, раз я собрался убивать всех, давайте убьем и ее. Вот сюда можно просто пройти и прыгнуть, это я помню. Вроде как ей можно хвостище отрубить, но мы не будем рубить хвостище, а попробуем убить ее. Так, поехали. Минус хвост надо дать сразу. Два, три. Слушайте, ее по звуку можно ориентироваться. И, насколько я помню, она кровоток настакивает. Вот она не очень. А, типа здесь по следам на снегу можно ориентироваться очень хорошо. Пока не вижу, пока не вижу. Пока не вижу, мне страшно. Знаете, самое страшное неведенье. Где она? Вот она, вижу. Кастуем. Жух. Что-то она весь каст мне сбила. Ой-ой, слушайте, да так и отъехать недолго-то. Можно как-то ее видимой сделать? Как-то можно, но я не помню как. Предположительно, она где-то передо мной. Кастуем.
Так, кастуем, кастуем. Хорошо, отлично. Супер. Два удара, 8000 дырок. Два. Слушайте, она мне станлок, не станлок, а пояс сбивает. Ну вот и все. Ну почему? Что ты ищешь? Да блин, я просто больной ублюдок, прости меня. Это, наверное, еще один из трогательных боссов, которого не хочется убивать. Ну и как бы, когда убиваешь, такой, а зачем? Так, ну, собственно, что, собственно, победили? Блин, я, наверное, не успокоюсь, пока не найду Гвиндолина, типа, камон, где он есть? Прикольно, типа выпрыгнул как... Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. А может мы не будем... Мы не будем спешить, может быть, говорю я. Они говорят, нет, мы будем спешить. Так, ладно, этого сейчас убиваем. Я буду парировать косточки. Косточки, а кинжалы. Наверное, это невозможно. Я просто сейчас буду подходить и еще больше сагрю, ребят. Смотрите, что творит. Нормально запарировал там, ага. Держи в курсе. Так, мы текаем, короче, к костру. У меня есть одно предположение, где живет Гвиндолин. Как говорится, каждый охотник желает знать, где сидит Гвиндолин. Так, стоп. А вот сейчас очень опасно, потому что мы можем... А, ясно все. Я боюсь то, что я сейчас в нарисованный мир улечу. Потому что, да, ну... Нет, по-моему, от него можно тпкаться. Давайте проверим. Заодно. Как бы, почему бы и нет? Не, нормально. А, отлично. Так, давайте новый уровень. Я хочу, я не знаю, что хочу. Давайте выносливость. Я хочу быть очень выносливым, жестким, сильным. Так, стоп, а мой вес повышается переносимый или нет? Загруженность, да, повышается, хорошо. Так, и что у нас по загруженности? Я все еще не могу кувыркаться, да? Статус персонажа, где мой вес? Мой вес 40... Ага. А если я что-нибудь полегче надену, можно... Ну, то есть, допустим, получается, элитного парня. И, допустим, перчатки элитного, они должны полегче быть. Элитного рыцаря. Да, слушайте, намного легче. Я, конечно, буду хуже защищен, но почему бы и нет? Так, пожалуйста, дайте перекаты. Нет, все равно как кусок толстого дядьки. А сколько мне надо? 36? Неужели? Нет, стоп, а в процентах как-то можно поменять? Сменить отображение. Так, так, так. Блин, не знаю, ладно. Знаете что, возможно... Возможно, проблема кроется вот здесь. Получается, кольцо. Темного дерева. Нет, Арториаса. Нет, оранжевое. Нет, нет, нет. Какое-то было кольцо. Сейчас, 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 секунду. Темная луна, ну-ка. Может, надо отдохнуть? Блин, позор, я не помню, где мне найти Гвиндолина. Вот, вот реально не помню, ребята, позорник я. Возможно, не то кольцо. Ну-ка, еще разок. Ну, точно не это. Так, ладно. Нет, по-любому кольцо темной луны, но я забыл место, где живет этот Гвиндолин. Может, здесь? Просто призрачная стена? Так, уважаемые, вы не против? Я тут проверю кое-что. Может так? Нет. Блин, я в таком замешательстве. Вы даже не представляете. Ладно, ладно. Переместиться. Так, получается, что мне осталось? Нам осталось повидаться с кем? С кристальным этим лордом, потом убить Гвиндолина, и потом отправиться в дополнение, и после этого к Гвину. Так, давайте, наверное, тогда пока что всем большое спасибо за просмотр. Предыдущая и следующая серия будут в описании. С вами был Хилл Хёртс, я в следующей серии постараюсь найти этого уважаемого Гвиндолина. По-моему, все-таки вот там снизу он должен быть. Ну ладно, разберемся. Ну, опять же, да, всем удачи, всем всего хорошего. С вами был Хилл Хёртс, а вы у меня самые лучшие.